Какой совет вы дадите российским бизнесменам? Не прыгай в омут с головой. Подожди, хорошо все обдумай, и тогда ты примешь верное решение. Что такое смелость и для чего она нужна? Откровенный рассказ Ника Вуйчича, человека с безграничными возможностями. Он 52 раза слышал решительное «нет» на просьбу дать ему выступить перед людьми. Но попытал счастье в 53 раз. И сегодня он один из самых знаменитых ораторов в мире. Вам не нужно смелость, чтобы победить. Смелость нужна, чтобы падать. Потому что когда у тебя есть достойная цель, то она стоит того, чтобы ради нее падать и вставать снова. Вот тогда ты знаешь, что в твоей жизни есть предназначение. Все два дня в Олимпийском почти нет свободных мест. 20 тысяч слушателей. Рекордное для бизнес-форума в России количество. Теперь будут ждать других рекордов уже от самих участников. Наталья Юрьева, Валерий Жичкин, Павел Рудаков, Андрей Лесных и Денис Овчаров. Первый канал.